Путин ведет войну с Украиной, угрожает миру и уничтожает Россию. Сегодня он объявил частичную, как бы частичную мобилизацию. Это означает, что еще десятки, а вернее сотни тысяч россиян он хочет отправить на смерть. Молчать больше нельзя. Нельзя превращать себя в животных. Нельзя загонять себя в статус тех, кого презирает без преувеличения весь мир. Пора выходить из этого ступора. Выходите сегодня на улицы. Уже сегодня пройдет первая акция. В 7 часов по местному времени, где бы вы ни были, в центре вашего города пройдет акция. Акция протеста против этого последнего преступного решения Кремля. Не молчим.